Привет, дорогие подписчики и зрители канала, меня зовут Артур, мы продолжаем проходить Skyrim. В последней серии я решил распродать все, что можно. И в итоге у нас, сколько там денег-то? 6279 септимов. И у меня хватает денег, чтобы купить себе дом в Уайтране. Поэтому, собственно, я и нахожусь в этой локации. Я только что все распродал. Но не только что, вчера, сегодня я только что загрузился. И вот у нас Провентус Авиничи. Я служу управителем у Ярла Балгруфа. Я хочу купить у тебя дом. Замечательно. Сейчас как раз продается один дом. Покупаю. Чудно. Вот, держи ключ от твоего нового дома. Круто. Если чем еще смогу помочь, только скажи. У меня открыто достижение горожанин. Чему я несказанно рад. Пойдемте осмотрим нашу обнову. Наконец-то у нас есть дом, где мы можем складывать все, что жалко продавать, но с собой носить накладно. Да и вообще, дом — это уже все-таки что-то. Хоть какой-то якорь в этом мире. И теперь у нас есть своя база для совершения, для подготовки к дальним походам, для совершения разнообразных путешествий. Единственное, что меня парит, это то, что загрузки с Фарапсом почему-то где-то в 4 раза дольше, чем без него. Вот это место у меня грузится, наверное, секунды за 4. С Фарапсом же мне приходится говорить и говорить, потому что... Алло, гараж, когда ты там уже? Так, вот, наконец-то мы вышли. Дом этот, насколько я помню, насколько мне писали в комментах... Когда-то меня вела дорога приключений. А потом мне прострелили колено. Бывает. Дом этот, насколько я помню, мне говорили в комментах около кузнеца, где-то следующий дом от входа. Вроде как. Ибо люблю вас. Поистину любовь. Любовь. Даже будучи человеком, долбанные сектанты. Тебе в котелок Аркадии. А потом надо будет поговорить с Амродом, потому что он наемник, и вполне возможно, что сможет нам что-то предложить. Но сначала нам нужно... Так, куда мне идти? Сначала нам нужно найти свой дом. Дом у нас... Так. Вот дом кузнеца. А вот рядом небольшая, конечно, хибарка. Часто приходится бывать в облачном районе. О, что я такое несу? Но мне хватит. Дом теплых ветров. Отлично. Супер. Да. Дыра еще та. Какие-то ящики. Потом сюда вроде как можно будет покупать мебель. Даже сейчас, по-моему, можно покупать. Но пока что это какой-то, извиняюсь, сарай. Но есть лежанка. Есть сундук, в который мы что-нибудь можем сложить. Чего у нас не нужно? Вот. Каталог домашнего декора. Вот, я думаю, мы драконью кость. Да подожди, мне ее сложить надо. Потому что она весит очень много. Продавать мне ее жалко. По оружию все продано. Тут тоже, в принципе, все. Сколько у нас там вообще теперь, наверное, пустые? Да, 64 веса всего занято из 325. Можно смело отправляться туда, куда мы собирались изначально. Потом мы сюда вернемся, обставим дом мебелью и сходим, попробуем договориться до чего-нибудь с этим наемником. Так. Вот это вот мы заприметили в прошлый раз. Пора отправляться туда. Круто! У нас есть собственный дом. Это что за посох такой? Какие-то зубья, рожки навязаны. Дикари? Дикари. Скарим, также известный как Старое Королевство или Отчизна, был первым регионом Тамриэля, заселенным людьми. Он, оно чё, Михалыч? Чё ж ты так долго грузишься-то сегодня?
Все хорошо. Так, мы тут, наша верная лошадка тоже с нами. И кто это там такой? А, это зайчик. На улице ночь довольно-таки жуткая, но то место, куда мы идем, гораздо более опасное. Добрый день. Тихо. Почему у меня... Опа-на! Как обычно, все очень кстати. Угораздило. Так, надо записаться. Надо записаться. Давай, браток. Мне надо куда-нибудь спрятаться. Сейчас он меня будет своим огнем поливать. А когда уже он слезет, я думаю... Уважаемый. Что-то он передумал, похоже, да? Ну ладно. Не хочет, как хочет. Я, в принципе, боя тоже не ищу. Что характерно, я его определил, не услышал его, а просто у меня дико завибрировал геймпад. Поэтому я и понял, что он здесь. Тихо. Это, видимо, второй вход в данное подземелье. Или выход. Первый главный вход у нас был где-то там наверху. Давайте через главный вход зайдем. И отсюда уже выйдем, я думаю, с кучей всякого полезного добра. Будем надеяться. А не с каким-нибудь заболеванием вампиризма, скажем. Потому что вампиризм, насколько я понял, очень тяжело лечится. Его очень легко подцепить, когда вампир своей магией высасывает из тебя жизни. Ну да ладно. Справимся, я думаю. Через какие-то алтари надо учить. Короче говоря, все не очень просто. А если запустить эту болезнь, то станешь натуральным вампиром. У него, конечно, много всяких прикольных штук. Но при этом он не может находиться под солнечным днем. И при входе в любое населенное место охрана и жители начинают тебя атаковать. Поэтому мне бы этого, честно говоря, не хотелось. Так, ну что, давайте посмотрим. Здесь у нас палас какой. Хозяева. Кто-то ходит. Причем это, судя по всему, обычные бандиты, что ли? Упс. Я, как обычно, промахнулся. Да, разбойники. С ними не будет проблем, я думаю. Только мне попадать надо, конечно, научиться по ним. Ну, иди сюда. Охренеть. Ой, ладно. Это было неожиданно. Как-то в легкую они меня порубали в капусту. Ну, северные земли, что скажешь? Что тут еще скажешь? У меня с ними всегда были проблемы. Давайте попробуем еще раз. Сейчас надо одного быстренько уронить и оживить его, пускай они между собой там дерутся. Так, и быстренько оживление зомби. Алло, вставай. Так, неудачно. Че ты смеешься, я тебе пузо проткнул. Так, ладно. Я думаю, это будет не очень просто, судя по тому, что они даже с одного выстрела не ложатся. Довольно-таки серьезно эти разбойники оказались. Это плохо.
Древняя нордская стрела. Хорошо, давайте осматриваться. Давайте запишемся, потому что здесь, похоже, каждый бой может быть последний, как мы уже увидели. Я, конечно, рассчитывал, что встреча здесь нежить. Но и эти пойдут. Здесь что-то... Хорошо, я это предвидел. Так, тут трон. Ты посмотри, да, какая коварная штука. Идут тебе поклоняться, ты сидишь на троне. Когда сюда приходят, умирают. Так, ну и ладно, чё. Тут, похоже, ничего нет. Я так и не понял, кстати, почему тот дракон. Он меня, возможно, просто не заметил. Но почему он улетел, непонятно. Так... Корнями все поросло, да? Явно не эти бандиты строили эти подземные катакомбы. Прежние хозяева, похоже, уже давно отбегались. Блин, опасное место, с любой стороны может быть враг. Тут мы видим кровь. Еще одна нажимная плита. Хорошо, ну тут кругом развалины, тихо. Ничего особо такого-то не видать. Так, квиксейв. Ты посмотри, да, я ему в скрытном режиме. Сколько урона нанес. Че стоишь? Нет, они что-то реально какие-то очень сложные. Если я двукратный урон нанес им такой, это уже повод задуматься. Да что ж такое? Что ж вы не встаете? Так, возможно, это просто у меня уровня не хватает заклинания для них. Так, колдовство. Оживляет слабого мертвеца. Не знаю. Вполне возможно, скорее всего, так и есть. Ладно, запилили его, запилили. Все, конечно, довольно криво получается. Я вообще начинаю уже жалеть о том, что я сюда пришел. Но раз уж зашли, пока что, по крайней мере, хоть как-то, но справляемся. Так, давайте попробуем открыть сундучок. Да, блин. Собака. Вот так, я думаю, будет нормально. Да, супер. Тут у нас опять гранаты, золото. Ладно. Ничего особо ценного пока что не найдено. Еще сохранимся. Жалко, вот на геймпаде нет кнопки быстрого сохранения, приходится тянуться к клавиатуре, которая у меня лежит в полуметре. А в целом на геймпаде, повторюсь, мне играть в кайф. Тихо, вижу. Вижу. Конечно, не попаду, наверное, как обычно, об стену задень. Ты где?
Так, я надеюсь, ты хотя бы тут один. Опа, вас-то двое. Что это было? Минус один. Скрытное убийство, хорошо. Еще бы я по тебе попасть мог. Что-то это было странно. Он меня бил, у меня не отнимало здоровье. Видимо, какой-то глюк. Ну ладно, я не против. Так, аметист. В первый раз я, по-моему, скрытное убийство сделал оружием. Не стрелами. Пишет, воров наверняка поднимет мне, да, взлом. Хорошо, возьмем зелье лечения. Давайте сохранимся и попробуем. Блин, быстро ломается, моментально. Как-то вот так. Ах, скотина. Ну-ка, ну, нет. Давай, давай, родимая, давай, родная. Бляха-муха. Давай, ну шо ж ты. Да блин, ты посмотри, а. Ну-ну-ну-ну-ну. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Ах, под конец, ты посмотри, а. Тихо-тихо-тихо. Ух, слава богу. Я не знаю, правда, что мне это дает, но, по крайней мере, мы повысили наш навык взлома. Ой, боюсь, я что-то нажимать сейчас. Какая-нибудь ерунда произойдет. Ты посмотри. Понятно, так, ладно. Туда мы сейчас пойдем, но сначала нам нужно разведать, что же у нас тут находится. У нас какая-то камера пыток, что ли? Или нет? Или столовая? Не поймешь. Мне сначала показалось, что тут висят решетки с заключенными, но нет. Хозяева! Опа, опа-па. Думаю, мне просто слышится. Наверное. Что это? Значит, не показалось. Значит, нет. Падай, падай, шкура. Посмотри, а так даже интереснее, когда не луком издалека их долбишь, а подкрадываешься вплотную и рубишь. Это по-своему тоже круто. Так, ну что, есть тут у вас чем поживиться? Отлично. Девять золотых. Давайте мне денежек побольше. Вот это наверняка какой-то пароход, что ли, я не знаю. Что-то как-то подозрительно это все. Никаких цепей нет или чего-нибудь.
Нет, похоже, все-таки это не так. Так, ладно. Если бы там кто-нибудь был, то он бы, скорее всего, прибежал на звуки драки, так что, скорее всего, там пусто. Вот в этой комнате. Да. Давайте, давайте мне денег. Мне нужны деньги, чтобы обставить мою квартиру. А то она вообще какая-то позорная, блин. Дырище самое настоящее. Блин, а тут что-то дофига, куда можно пойти. Так, ну ладно, понятно. Здесь просто они живут. Ну, жили, потому что я их уже вырезал. А вот это вот что за вход? Мне он не очень нравится. Сюда у меня такое ощущение, что бандиты не ходили. Хотя могу ошибаться. Понятно, давайте-ка мы сходим в ту дверь, которую мы открыли. Потому что сдается мне, что за этой дверью нежить, которую они вот тут отрубали по-черному. А что там? А там вполне возможно что-то хорошее. Уж явно лучше, чем нежить. Или просто сокровищница. Да, просто сокровищница. Но, по крайней мере, здесь есть сундук. Это уже хорошо. Семью золотыми, конечно, позорный. Да, это явно не стоило тех отмычек, которые я потратил на это дело. Ну да ладно. Опыт. Зачем мне кушаем? Подожди. Хотя я дом поставлю. Приукрасим. А тут можно закрыться, да? Напоминает, как закрывались двери в Fallout, в хранилище. Только там, конечно, это было гораздо более шумно. Ладно, побежали в ту дверь. Скрытность творит чудеса. Играть за персонажа, умеющего передвигаться в стелсе, мне очень интересно. Тихо, на что я наступил? Ты посмотри. И хрен заметишь ведь. Вот так вот ты и погиб, похоже, у нас. Ну видите, да, как до мелочей проработана игра. То есть все вручную. Не просто какие-то там случайным образом созданные подземелья, а проработано все вплоть до малейших. Тихо, до малейших деталей. Надеюсь, драугры здесь хотя бы. Или драуги, как они там называются. Не такие мощные. Бандиты, потому что местные. Это довольно-таки серьезные ребята. Что вообще за алтарь такой? Медведь, змея, волк, четыре тотема вольские. Все четверо направляются туда же, куда и мы. Одни прячутся в тенях, не выказывая себя, другие вытягивают свой весь рост и силятся что-то углядеть. Но в этом священном кургане нет никого живого. Все они потребуют твоего внимания, если ты проследуешь дальше. Сдается мне, что это пазл. Мне показалось. Или тут и правда вылез кто-то? Да. Ну что, дорогой?
Открыто еще никто не убегал. Золото костяное. О, вот этот неплохо, это можно сбагрить. Так, короче говоря, с этой книгой надо ее перечитать. Одни прячутся в тенях, не выказывая себя, другие вытягиваются. Селится что-то глядеть. Вот это, видимо, было первое, это было правильно. Они прячутся в тенях, потому что змеи-то прячутся в тенях, да. А другие смотрят, стоят во весь рост. Кто-то, может быть, лисица. Или медведь. Давайте медведя попробуем. Правильно. Так, два уже правильно. Теперь... Теперь тебя, может? Похоже, правильно, да? Или нет? Так, все супер. Это было несложно. Ух ты, какой спуск вниз. Супа. Да, здесь бандитов уже явно нет. Отмычка, отлично. И мы спускаемся в этот... могильник. Будем надеяться, что не зря. Так, тут ничего. Какая красивая дверь, да? Вольские коридоры. Сдается мне, что эта локация будет огромной. Раз не просто написано там Вольский храм, допустим, или Вольский могильник, а коридоры, значит, там есть залы, еще что-нибудь такое. Хотя могу ошибаться. Но сдается мне, что это большая таки локация. Так. Я думаю, на этом мы завершим эту серию. Продолжим пробираться по этому Вольфсгиге в следующий. Надеюсь, вам все нравится. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока.